здравствуйте, всех наступающим Новым годом. Благо вам всех земных. Спасибо. Больше улыбайтесь, проводите время с семьями. И детей не забывайте. Ну, в следующем году мы увидимся. До свидания. До свидания. Спасибо. До свидания. Спасибо. Вам спасибо. Еще 5 минут до 12. Ну как, Димуля? Сейчас Путин будет говорить. Сон тебя сморил. Сейчас Путин будет говорить и будет 12. Упадает. А голова так отвисает. Падает. Сладкий. Мозги спят. А у нас елка горит, а эти фонари не горят. Сейчас сделаем все, что я даю. И так вон сколько красота-то какая. Да. Так, вынимаем желание, уже вынули вот такие печененьки, печенюшки от Фаберлик. И, мам, у тебя что получилось-то? Ну-ка нам прочитай. Не бойтесь новой работы. Ну, смело да. Беритесь за непривычные задачи. Будем смелыми. Да. Так. За непривычные ну-ка. Задачи. А у меня... Сейчас, я опять уже это... Давай. Важно не то, кем... Ой, Господи. Кем вас считают? Нет. Ну, даже не фокусируется. Вот я не вижу, да, у меня маме 79 лет, она видит все. Прочитай, мам, пожалуйста. Важно не то, кем тебя считают, угу. А кто ты на самом деле. Вот, вот такой вот у меня на самом деле так и важно. Так, а у тебя, Василь, что? Поделись, я Кулибин. Кулибин ты наш. Что там тебе сказали? Я не помню, что ты прочитал. Ну, что-то там, что я уже супер-пупер. Вот, становлюсь ну, Кулибиным Нижегородским. Ну, где у тебя бумажка-то? Да что его знает, эту бумажку? Такое... Даже ты печенье не хочешь это есть? Даже печенье не хочу. Ну, такой вкусный, кстати. За здоровый образ жизни борюсь. Вот такое вот хрустящее печенье. Ничего. Давай, сейчас мы оденем очки. У нас прочитаем. Мама самая зрячая. Да ну нет. Не открыл третий глаз. Я издали плохо вижу. Издали. Нет, вдали я наоборот хорошо вижу. У меня вы открываете в себе новые таланты. Я же говорю, Кулибин Нижегородский. Новые таланты. Два. Ты сам открываешь или конечно, кто-то? Конечно, сам. Конечно, сам. Беру лопату, кирку и мотыгу. Я вот что-то вижу? Нет, я только вот если вот так прищурю. Ну вот сначала-то я прочитала, потом уже говорю, вот и все. Я вот программу. Программу половину не вижу. Ну, это простительно тебе в твои годы. Вот нам еще все равно непростительно. Но, наверное, слишком много. Слушай, за компьютером есть сидим. Школьники, вон, с третьего класса. Ну, это понятно. Ну, у нас возрастное как бы. А, кстати, у меня в школе были очки. Ну, в школе потом зрение же исправляется. А потом справилась, да. Да, у меня никогда вот не было очков, а сейчас вот не вижу. С Новым годом, с новым счастьем, поздравляю, всего хорошего, доброго, удачи, успехов во всем. От меня привет. Сфотографировали. Да, да что это, мы сфотографировали. Дим, туда ты... Ну, надо будет... Вот, если ты сейчас начнешь валяться... Подними голову. Бабушка сфотографирует. Я вообще видео вот сейчас снимаю, видео, а не фотографии. Ты лучше... Поваляйся. Ну, он будет сейчас сырой и придется идти домой. Вчера... А вчера руки у него же замерзли сразу. Варежки у тебя же есть старые. Перчатки, да, взяла. Ну, дашь ему все. Димуль, не сиди, валяйся. Ну да. Замечательно все. Так, ну-ка. Вон, видишь, ребенок вылазит. Ребенок в любую щель пролезет еще. Ребенок, голову да? Подними. Я видео. Зачем? Какую голову? Ты его все. Сейчас я видео ну, давай, снимаю. Сюда.
Вылезай. Ох, здорово, молодец. Молодец. Сейчас самое хорошее время. Сейчас вот, да, погода хорошая. Минус 2 сегодня. Минус 2, снег чистый. Снег. Снег пока чистый, да. Красота вот здесь. Хоть снежок это нас порадовал. Все-таки в этом году хоть зима началась. Такая неха. Ну да, ну такая вот, минус 4, да? Ну, погоду как-то напишут и опять переписывают всю эту, весь прогноз погоды. Ну что, в ноги к Василисе упал, что ли, Дим? Василиса прекрасная тебя тут, он хлебом солью встречает. И Дима свалился под ноги. Он какая красивая Василиса. Пойдем на тренажер. Русская красавица. Встречает она. Да, но елочка в этом году в Заволжье что-то не очень. Раньше здесь ставили елку большую, делали заграждение, так вот. А в этом году вот здесь растет елочка. А! Вот они. Требуют съемок. Здесь уже вас снимали неоднократно. Вот так, давай. Так, тренируемся. Так, а надо вот здесь, как, вот, где деда вот, держится, видишь, здесь круг, держись. Давай еще в круговую, вот. Оп. Вот. Не держат ноги. Правый.